Стрелявшая по одноклассникам девочка решением суда помещена в специальное учреждение. Напомним, утром 21 марта в Шадринской школе номер 15 произошел инцидент. 13-летняя учащаяся школы из пневматического пистолета произвела несколько выстрелов по своим одноклассникам. В результате происшествия синяки и ссадины получили 7 человек. Девочка действовала не одна. Осуществить задуманное ей помогла 14-летняя сестра и одноклассница. 8 августа Шадринский районный суд начал процесс в отношении школьниц. Первое судебное заседание состоялось в отношении девочки, которая производила выстрелы. Слушания были объявлены закрытыми. Решение было оглашено около 21 часа. Рассмотрев административное исковое заявление, суд принял решение о помещении девочки в специальное учреждение. Далее Шадринский районный суд примет решение в отношении двух других школьниц.